Сейчас вечер, 10 января 2021 года, локдаун, все на карантине, на улице никого нет. Сейчас пойдем посмотрим, как правительство смогло разогнать всех на карантин с локдауном. Вот мы сейчас идем и смотрим на опустевшие улицы Крещатика. Точнее, на опустевший тротуар Крещатика. Вот, чтобы вы понимали, сколько людей. Вот так вот приблизительно. Так и так. Сейчас подойду к метро Крещатик, посмотрим, работает ли оно. Интересно, что... Да, магазин работает, если вы видите, вон там. Да, все работает. То есть, каким образом работает магазин? Ты заходишь в магазин, делаешь заказ через их интернет-сайт, и тебе его выносят. Собственно говоря, магазины работают. Просто этот, скажем так, что этот локдаун, он просто сделал, некоторые проблемы магазинам. Вот тут вертеп. Иначе, чем дурацким, я карантин не могу назвать, это просто глупость несусветная. Народ радуется и балдеет. Радуйся,